dépêchez un peu, là, dépêchez, dépêchez, tirez la charrette. Tirez la charrette, tirez la charrette. Ну, наши пассажиры побежали. Начинается травка. О, кастадор наш, деньги же.
Тихо. Володя. Заднее сутро. Флайт. Французские пилоты летают. Вот и манго созрели. Бонжур. Бонжур. Сава. Сава Требье. Сава Требье. Сава. Сава. Вот наш обеденный зал. О, Роза, бонжур. Роза. А? Ладно. Вот моя комната с кондиционером. Журнал «Профи» лежит. Вот шифоньер. Пивзавод. Это не Сомали, здесь поинтереснее немножко. Там вообще не в курсе, да, бросается? Ну, я там был 8 лет назад, а в этот раз мы особо так это... Ведь картину никак я свою не забываю, все ее обновили. Вот к океану подъезжаем. Вот она, Твига. Спасибо.
А вот и океан. Атлантический океан. Опять штормит.
сам Палыч купается в Атлантическом океане. Расскажи, как в Конго живется. У нас очень хорошо, я не знаю, как вы видите, но все красиво. Очень красиво здесь. Да? Особенно здесь на берегу у вас хорошо. Да, очень хорошо. Ну, Анечка нам сейчас три пива принесет, примуса. Без примуса. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Кокосовые пальмы, нефтяные вышки.
Африка. Ну где наша закуска? Как вот без кожи вот это такая, да, открытого идея. Вот он, французский культурный центр. Ну, как пароль? Михалыч, экипаж ведет трезвый образ жизни, да? Только мороженое и больше ничего. Теперь давай я.
Вкусное мороженое, с печеньем. Аж по три шарика. И соседи. Девчонки могут потребовать компенсацию. Ну что, Игорь Иванович, попробуем мороженое.